Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы говорим текстуру пак шейдерами для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, наверное, редко попадаются такие текстуру паки, в которых уже встроены шейдеры. Но эти шейдеры нам изменяют воду, изменяют графику, изменяют, можно сказать, геймплей. Все становится более гладким и красивым. Вот так у нас изменилась вода. Она еще вдобавок шевелится, или, можно сказать, качается, или даже, можно сказать, колебается. Вот у нас таким стал житель. Ну, они почему-то все похожи на каких-то более прям деревенских жителей, на арабов или там, не знаю. Ну, давайте сейчас вам покажу Эндермена. Вот он такой. Злой, наверное, да? Свинка. Прикольная, ну, пиксельная. И, как всегда, Крипер. Он у нас показан как грустный, да? Ну, так и хочется его и вправду обнять. И также изменили бум. Эффект взрыва. Здесь очень много чего изменилось. Если это смотреть шейдерами, то это просто супер. Вот, как видите, шевелится листва. Также изменилось листва. Очень все качественно стало. Ну и сочетание таких не более высоких текстур пака, разрешение текстур пака и шейдеров придает стабильный FPS, да. FPS довольно стабильный. Он не падает, не приседает. Ну, все стабильно идет. Вот так же, как видите, новое освещение от факела. И новая лава, и новое освещение от лавы. Вот такая лава стала. Ну, потому что это текстур пак, поэтому здесь у нас изменяется лава. Также изменились лодки. Но лодки, они не больно качественные, к сожалению. Вот. Ну, так выглядят эти блоки у нас в креативе. Поменяли маленький интерфейс. Ну, и говорю, поменялся сам геймплей. Ну, текстурпак очень довольно прикольный. Так что скачивайте и оценивайте его. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.